И задание следующее у нас это выполнение защитного действия подстав по правой ладони и шага назад. Атака левой прямой. Раз. Подставка правой ладони. Вернулись, шаг назад. Атака левой. Шаг назад. Защитное действие. Пять. Раз. Подставка. Раз. Раз. Шаг назад. Раз. Подставка правой ладони. Раз. Шаг назад. Раз. Подставка правой ладони. Раз. Шаг назад.